Анастасія Вітлова, аніматорка, розпочала 8 років тому як хобі. Організовувала і вела різноманітні свята для друзів та родичів. Любить дарувати посмішку та втілювати дитячі мрії. Доброго вам ранку. Добре утро. І завітала не одна, завітала із такою велетенською лялькою. Бачимо, жива лялька, справжня, вона рухається. Може, і танцює? Да, и танцует, и флешмоб она у нас танцует, скибиди, и гостей встречает, и очень-очень любит обниматься, детки ее обожают, обнимают постоянно, она у нас сейчас фаворитка у всех-всех детей. Давайте, вот сегодня мы говорим с вами про аниматорство, зокрема, кто такой аниматор, ну, я думаю, знают все, але все ж таки, як, чи може бути кожен аніматором, це вже зовсім інша сторона. Безусловно. Каждый, наверное, не может быть аниматором, потому что аниматор – это очень творческая профессия в первую очередь. Для того, чтобы быть аниматором, нужно определенные качества иметь. Это должен быть человек немножко с актерским мастерством, немножко игротехник, понимать и чувствовать детскую психологию деток, потому что дети все чувствуют, все понимают. Их обмануть очень сложно. И если человек не уверен в себе, не может как-то заинтересовать детей, не понимает, что сейчас нужно ребеночку. Детки же бывают абсолютно разные, бывают более активные, бывают более пассивные. То есть аниматора невозможно обучить профессии с нуля, ну вот от и до, например, да. Аниматор должен немножечко чувствовать детей, чувствовать в какой момент перейти к какому конкурсу, как заинтересовать ребеночка. И дети чувствуют в ответ эту энергию. Аниматором треба народиться, чи це с часом відчуваєш? Я думаю, что все-таки аниматором нужно, ну, невозможно, наверное, сказать, аниматором нужно родиться. Народиться и одразу. И сразу аниматор. Но, наверное, скорее всего, это как актер. Вот актером же тоже не каждый может быть. Так же самое и аниматором. Конечно, в ходе работы ты можешь овладеть некими навыками, но, возможно, той внутренней искры у тебя так и не появится за годы работы. И тогда дети чувствуют, это чувствуют. И мне кажется, все-таки у тебя должна быть какая-то определенная тяга к этому изначально. Мы же зрозуміли, что дети дуже полюбляють такі велетенські ляльки. А от, зокрема, якими героями фильмов и мультфильмов цікавляться сучасні дітки? Ну, конечно, это всевозможные мультсериалы, потому что мультфильмы на большом экране не так классно заходят, как сериалы. Это Фиксики, Леди Баг и Суперкот, Герои в масках, Смурфики, все, что сейчас популярно. Отдельно есть популярные персонажи для деток помладше, как Свинка Пеппа, например, либо там Мишки, Мимимишки, которые смотрят. Ну, в принципе, все, что актуально для определенного возраста из мультфильмов. Ну, до какого века? До какого возраста? Сейчас для девчонок это принцессы, и причем принцессы с трехлетнего возраста и до 8, до 10 лет. Для мальчишек это различные роботы, трансформеры, пираты, супергерои, да, Человек-паук, в принципе, вся вселенная Marvel, DC. Так же само, от 3 и до 10. Для деток постарше 9-10 лет уже более актуальны вечеринки. То есть я не могу сказать, что вот у нас есть определенный рубеж возраста, на котором мы заканчивается анимация. Там, где заканчивается анимация, там начинается уже анимация в формате больше вечеринок, например. Ну, а потом уже ведущие идут. То есть... ваш зовнішній вигляд дуже увагу приковує, да? Да. Це волосся, це спеціально зроблено для професії, чи це вам також захотілося? Это, наверное, все-таки моє больше самовыражение. Я себя так чувствую, я себя так вижу. Но могу сказать, что все-таки в работе это мне помогает. Во-первых, детки ко мне очень сильно располагаются больше. Несмотря на то, что у нас есть образы, где есть парики, то есть дети не видят этих волос. Это просто мое внутреннее такое состояние. Но когда у нас идут вечеринки джинсовые, YouTube, пати, фламинго, мне кажется, мой цвет волос немножечко помогает детей подумать, ну клевая тетя, мне 12 лет, но я все-таки поучаствую с ней в конкурсах. Нам, с нами сегодня единоречка, она молчит. Это так завжди відбувається, чи ні? Да, вот ростовые куклы, к сожалению, у них нет возможности к такой коммуникации, потому что у них очень мало воздуха внутри. Они максимум, что могут, это махать ручками, обнимать и танцевать немножко. И то все равно немножко скованно в движениях, потому что весь костюм на поролоне и очень в нем жарко. Аниматорам в принципе всегда очень жарко, поэтому кто думает, что вышел аниматором, попрыгал час и все, это на самом деле не так. Это очень большие вклады в себя в первую очередь. В ростовых куклах очень жарко, поэтому они малоподвижны. Ну там, порухайте, чтобы мы знали, что у вас все добре. Все хорошо. Воздух еще есть. Ще є повітря. Звідки взагалі черпаєте натхнення?
Вдохновение черпается отовсюду. Это в первую очередь мультфильмы. Выходит какой-то новый мультик, я сама шью. Сразу на премьеру. Да. Сразу мы смотрим. Если это мультсериалы, то все наши аниматоры пересматривают сериалы. Потом скачивают приложение, игры на телефон. Леди Баг и Супер Кот соревнуются в этом. Я сама шью костюмы, поэтому мне очень. Уже, да, да, это уже неотъемлемая часть жизни просто. Потом вдохновение берется с разных сайтов. Так же самое мы мониторим различные новые конкурсы, игры. Ездим на лабораторию игры. У нас в Киеве проходит, у нас в принципе сейчас вообще очень много за последние несколько лет обучения для аниматоров стало. Есть разные курсы ведущих аниматоров, есть разные слеты. Ну и конечно мы собираемся команды, например, есть вот такой реквизит. Все знают, все аниматоры его знают. Это называется резиночка. Но если это Леди Баг и Супер Кот, это может быть ловушка для бражника, например. Если это у нас какие-то другие персонажи, в общем, мы адаптируем под любого, если мы там с Халком можем ее делать и с любыми персонажами. Берем в руки реквизит, щупаем его, трогаем, начинаем с ребятами обсуждать, что бы мы могли, например, сделать. С этой резиночкой держим, растягиваем, понимаем, что мы, например, мы можем какого-то из персонажей засунуть вовнутрь, и он ловят детей за руки, дети отпускают. Потом дети могут правую ножку вставлять, танцевать по кругу. В общем, один реквизит, вариаций конкурсов очень много. Так, в принципе, приходит вдохновение для различных конкурсов с помощью реквизита, с помощью игры, ну и, конечно, с помощью людей, которые нас окружают. Иногда сами дети нам подсказывают, говорят, а давайте вот так сыграем. И мы такие, о, а в следующий раз уже будет у нас вот такая интерпретация этого конкурса. Иногда идея конкурсов приходит на ходу, и хорошо, когда с тобой напарник второй тебя понимает, опытный, он подхватывает. У нас есть там 3-5 конкурсов, которые мы придумали просто по ходу нашей программы «Игры с детками». А взагалі, чи було таке, що, наприклад, дівчатка цікавляться не красунями, там, так, не принцесами, а навпаки хочуть бути піратами на своїх святах? Так, або піратські вечеринки, взагалі нельзя сказати, що не для мальчиків. Вони, як і для дівчинок, і для мальчиків, це 100% да. У нас були закази... Або, може, хлопчик хоче відчути себе принцем? Ну, от мальчики, мабуть, це більше, от у них латентно так, може бути, буває. Мальчики бувають аквагрим, просять нарисувати їм там кошечку, наприклад, якусь, тобто це заметно. Мами не заказують мальчикам принцес на праздник, там уже папы иногда хотят, чтобы принцессы пришли. А для девчонок бывает Лего Ниндзяго, например. То есть это абсолютно мальчуковый мультик и заказывают для девочек, да. Попереду у нас осінні канікули. Що ви порадили батькам? Як можливо розвивати свою дитину і одночасно гратися з нею? Що можна зробити вдома такого цікавого? Я би дуже в першу чергу советувала родителям уделяти внимание своїм діткам. Не важно, чим ви будете займатися, головне, щоб це було вместе. В інтернеті дуже багато конкурсів, дуже багато на Ютубі зараз танці повторялок. Я думаю, що у кого є дітки, всі знають, є канал Кукутики і тому подобне. Тобто просто це і фізична активність дітей в першу чергу. Мне кажется, чего очень не хватает во время каникул детям. Включаете YouTube, танцуете, повторяете танцы и учите песенки новые, учите новые танцы. Потом можно делать какие-то с детками вместе поделочки, а потом с ними играться. Например, у меня есть ребенок, и она очень любит... Это еще одно джерело натхнение. Да, да. Только через нее каждый новый конкурс и персонаж через ее одобрение. И особенно шоу-программы. Мы сделали небольшую ширму, просто из картонки вырезали, распечатали куколок небольших на картонку, на палочку, и у нас уже дома театр. Вдохновение, творчество, и вместе время провели, и, конечно, у нас теперь по вечерам театры, спектакли мы ставим, и каждый по очереди, и все вместе. Это очень важно, чтобы вместе проводить время, не важно, чем вы будете заниматься. Я дякую вам за такие доцільні поради, дякую вам, что вы до нас завітали. Сегодня у нас в нашей студії була така велетенська єдинорозка, а також Анастасія В'єтлова, аніматорка, яка вже 8 років захоплюється цим, я б сказала, видом мистецтва, тому що дійсно бути аніматором може не кожен, може кожен спробувати, але щоб вийшло на такому гарному рівні, це потрібно дійсно вміти. Дякую вам, що ви до нас завітали. Спасибо вам большое.